Сегодня во всем мире отмечают День родного языка. В Набережных Челнах к этой дате приурочено множество мероприятий. Не остались в стороне и воспитанники детского сада «Улыбка». У ребят проходила целая тематическая неделя. Они читали произведения татарских писателей, участвовали в постановках. Сегодня состоялся финальный флешмоб, завершающий неделю родного языка. Больше сотни воспитанников детского сада сегодня начали утро с танцевального флешмоба. В его основе национальные плясовые мелодии и характерные движения. Мне понравилось танцевать по-татарскую музыку. Мы несколько раз учили этот танец на физкультуре, а потом наступил этот флешмоб, и мы вспомнили эти приемы. Ребята не просто исполняли элементы из народных танцев, но и подготовили небольшую стилизацию. На многих были национальные головные уборы. Тюбетейка. Я поток вызвала маму, и я с ним танцевала. Подготовка к флешмобу заняла пару недель. Ребята вместо зарядки по утрам разучивали татарские танцы. Эти движения тоже как бы для меня они немножко были новые. Но пришлось подучить, поспрашивать, потому что как бы сейчас действительно особо-то нигде не научится татарским танцам. Движение научилась и детям предложила. Всем понравилось. Движение для всех доступны. Их можно потом применять в любом танце. По словам педагога, формат флешмоба наиболее любим детсадовцами. И впереди немало подобных проектов. Ксения Шулакова, Ильнар Мустафин, Челны-24.